Ребят, всем привет! Сегодня мы приехали в аутлет «Белая дача». Ира, вас всех поздравляю с наступающим. Сейчас зайдем в Тимберленд. Хотел посмотреть все обувь, но что-то по отзывам говорят не очень. Вот хочу посмотреть, стоит она того или нет. Ира мне, кстати, подарил новую шапку. Так, походим, посмотрим. И сегодня еще зайдем в Эль-Патио и в планету Суша. Сделаем большой обзорчик. Размер какой носишь? А, хорошо. Все, ну я так пока просто смотрю. До свидания. New Balance. Так, ну вот New Balance. New Balance у нас тут разные коллекции всякие. Такие вот. Сколько там? 13, можно за 8. Стоили 13 и стали 6490. Это чисто летний вариант. А у вас не завозят сейчас зимние? Вот по скидке. Вот такого плана только остались. Не, а. Очень-очень маленький. Но у меня вот. Ну, как у вас, да. Вот. А сколько они? Пока что не везут. Два года назад цены другие были. У нас ценник от курса евро зависит, поэтому... Так, а это у нас то, что, можно сказать, в единственном экземпляре, да? Это то, что по браку. А, по браку тоже? Это то, что по браку, да, либо это все сэмплы. Все, что вот с такими листочками брак, вот 50% скидки. Ну, я видел, да, здесь вот. Да. Разные причины еще указываются. Ну, да? Разнотон, там, что-то чуть грязненькое, чуть цветом отличается. А вот все, что без, ну, вот такое. Ну, это просто без единый листочек. Размер, да. Да, но цена вот от этой последней суммы еще 30% скидка сверху. Угу. Всего доброго. Да, спасибо. Спасибо. Ну что? Пойдем. Ну что, Тимберленд вообще не понравился. Ассортимент какой-то не очень большой представлен. Вот. Ну и плюс я не люблю, когда продавец вот над тобой вот так стоит. Я потрогал по материалу. Тимберленд мне вообще не понравился. И вот псевдо-мех, я не знаю, что там, мех, овчина. Потому что у меня вот New Balance. Вот мы Ире взяли Коламбию. У меня вот New Balance зимние, они типа с мехом. Они, в принципе, удобные. Идем. Это с таксами, типа. Это свитер, получается? А сколько он стоит? 1998 рублей. 3,5 стоило, 1998 стоит. Так, стоило у нас оно 14 тысяч, а сейчас 6,998. 1598 рублей. С пингвинчиками. Снимать в минус 22 это такое себе удовольствие. У нас двое пар штанов, двое носков, двое кофт и шапки, и толстовки, и все вместе, и варежки, ну такое. Но когда бегаешь с одного магазина в другой, это нормально. Куда мы еще с тобой сегодня пойдем? Сегодня? А, я хотела сходить в Линд. Это, короче, шоколадная фабрика, у них очень вкусный шоколад. Это единственный шоколад, от которого у меня нет аллергии. Вот, и у них продаются сейчас такие мишки новогодние, но у них цена, конечно, там за такого маленького мишку, там 400, там 600 рублей. И я хочу посмотреть, может быть, у них на фабрике это официальный магазин дешевле, чем в рознице. Посмотрим, а потом мы, когда уже круг полностью сделаем, там все замыкается разными ресторанчиками, там всякой едой, и мы, короче, останемся с другой стороны и пойдем в Эль-Патио. А после Эль-Патио куда мы пойдем? После Эль-Патио пойдем в соседний здесь гипермаркет, есть Глобус, отдельный отдел, там есть четырех лап. Бетховен. Бетховен, да, есть отдельный отдел прямо в самом магазине, там можно посмотреть что-нибудь лафи, мы решили ему подарок на день рождения, на Новый год посмотреть. Вот. И мы вам покажем. Ну, а потом на почту отправим посылку выигрыша, значит, нашего подписчика, который выиграл в конкурсе, вот лампу у Иры там вставит, краткое видео. Пошли в женский посмотрим.
Это джинсы такие. А, это покемон серия получается. Покемон серия. Там Пикачу так вот выглядит. Симпатично. Ну, я говорю, симпатично. Рогалик. Так, ну футболки у нас получается обычно стоят 2700, а так по скидке 1800. В принципе, цены, ну, почти везде одинаковые. Сейчас посмотрю. Здесь вот эти вот белые, смотрите, стоило 2800, сейчас 1900 стоит. Вот эта серая будет уже вам стоить, ну, тоже 1900, стоило 2800. Дороже, чем платье. Толстовка стоит дороже, чем платье. Ну-ка, сколько она стоит? 2800, а стоило сколько? 6900. 2300. Сколько стоит? 1600. 1600. Так, ну, здесь мы видим то, что 1400 вот такая стоит, это 1000 рублей стоит. 1400. Я так понимаю, это тоже 1400. Да. Вот эти по 1400, ребят. А тебе вот это, наверное, не нравится? Давай возьмем. Ура. Я этого ждал, наконец-то мы это возьмем. А вот мужская уже 1400 стоит. XL как L? Мне кажется, что тут мало мерит, потому что тут не было M-ки, я взяла L-ку, и она как M-ка оказалась. Вот это вот покажи, мы тебе возьмем. Так, ребят, все, мы на оплату и пойдем дальше по магазинам. Нам еще очень много куда надо успеть. Новые футболочки. Новые футболочки. Просто здесь, когда очень много распродаж, сюда привозят, ну, большинство популярных коллекций, которые были в магазине, или то, что не успели распродать. И здесь из-за этого делают большие скидки, потому что это outlet. Вот, и здесь собраны в основном самые популярные бренды. Вон Bugatti, например. Да, там Michael Kors, вот, например, с Michael Kors, который я хожу, мы брали здесь. Это не значит, что товар бракованный, просто либо он вышел из коллекции, либо, ну, просто осталось мало в наличии, там, допустим, большие размеры или еще что-то, и это не разбирают, и чтобы это продать, привозят сюда в аутлет. Так, ребят, сейчас мы идем в Литуаль, ну, вот Ира уже заходит. Мой Кельвин Клайн, например, мы брали в аэропорту за 5000, да? Ну да. А тут 2600, очень классные специи. Да, вот эти вот прям рекомендуем, вот это прям вообще огонь. А тебе Гуччи нравится вообще, Ир? Ну, у меня Гуччи Гилдс, типа таких, только с красным. Ну как? Он тяжелый такой для женщины. В возрасте или как вообще? Нет, ну просто. Ты говоришь тяжелый. Я в школе им шикала, там, студенческие, школьные годы. Школьные. А вот это прям уже на работу. Так, прям. Вот это на работу, ребят. Вот это в школу и в универ. Я нашел его. Я его нашел. Забрал последний лосьон для бритья и гель для душа. Я вот пользуюсь, мне прям нравится очень. Hugo Boss, вот этот вот аромат прям. Если кому-то интересно, вот эти вот масочки, да, альгинатные. Они очень прикольные. Так, ну это то, что можно подарить кому-нибудь. Хотя обычно такие вещи не дарят. Типа не так поймут, но на самом деле вообще классный набор. Даня, ну вкусно пахнет. Значит, брызги шампанского из золота. Давай, клади. Буньк, буньк. Здравствуйте. Ого, ничего себе, это вы нас прям с конфетками встречаете. Спасибо. А, не, мне вот что без алкоголя. Без алкоголя вот это. Вот это, да? Да. А это с шампанским, да? Да, пожалуйста, у нас сейчас скидки, хорошие акции до 50%. Можно более выгодно к Новому году подарки. Хорошо, спасибо, будем иметь в виду. Сейчас что-нибудь купи три и один получит в подарок. Ты говоришь, это качественный вкусный шоколад, на который у тебя нет аллергии, да? Там. На развес даже можно взять. Шоколадные? В молоко пускаешь, да? Ничего, сколько он стоит? 99 рублей. Это ореховая паста с какао. С чили, да, я все это хотел попробовать. Также здесь есть вот такой адвент-календарь. Значит, как он выглядит? Он выглядит вот. Вот так вот. Вот Ира выбрала себе конфетку. Цена есть? Указано, нет? 1899. Вон девочку выбери. Ну, пойдем. Что можешь сказать про магазин, где мы сейчас были? Ну, он дорогой.
дороговат, конечно. А что тебе понравилось больше всего? Ну, вообще, мне понравились у них адвент-календари, потому что с теми, которые представляет для нас Милка или там M&M's календари, они довольно скучные, а тут прям реально тема и шоколад вкусный. Вот, поэтому всем советую. Так, а мы пришли в Планета Суши, и также есть Тильпатио. Я очень надеюсь, что оно работает, потому что мы ехали еще сюда только из-за того, чтобы еще сделать обзор и купить Лафи там подарок. И в том магазине мне понравилось, как нас встретили. Нас встретили с конфетками. Нам предложили одну конфетку с шампанским, а другая просто классическая. Мы сегодня пришли в Эльпатио. Вы, насколько знаете, Эльпатио, оно также входит и в состав Планет Суши, то есть это одна сеть. Когда я был студентом в далеком 2012 году, я зачастую на одну стипендию один раз в месяц мог себе позволить зайти в это заведение. Я зачастую брал, значит, следующие, скажем так, роллы. Я сейчас посмотрю, есть ли они здесь в наличии или нет. И я обязательно их закажу и назову этот сет студенческий от Свечова. Вы сможете его попробовать, вам понравится, надеюсь. Это Филадельфия Маки. Значит, стоит они 530 рублей. Картинку я вам сниму, Ира потом ставит более подробно. Дальше я заказывал Калифорния Маки. Это вот это вот, да? И заказывал Унаги Анигара Маки. Это уже с угрём идет ролл. Плюс ко всему, когда уже там осталось не совсем много денег, я любил брать Хаято, он назывался. То есть там была стружка тунца, это был недорогой ролл, но вот Хаято и ролл с огурцом просто. Вот это был... А, ну вот, смотрите, есть ролл с огурцом. Они, смотрите, сделали новую Филадельфию. То есть они стали добавлять сюда, получается... Вот, смотрите, знакомое название, новый вкус, лосось, сливочный сыр, рис, нори и огурец. Огурец. Они стали добавлять огурец. В любом случае, мы с вами сейчас сделаем заказ. Ирина тоже сделает креативный заказ. Я надеюсь, он будет здесь в наличии. И мы с вами попробуем и скажем вам. Познакомимся с ценами меню относительно Планеты Суши. Если что, я буду чуть быстрее это делать, чтобы не было воды в эфире, и вы, если что, на паузу поставите. Здесь полностью описан состав, представлены все цены. Вот, также здесь видите, том и лям есть. Я, наверное, может, его тоже возьму, попробую. Так, ну, ребят, сейчас к нам подошли и сказали то, что Филадельфию не смогут сделать, поскольку нету сыра. Но в любом случае не стоит расстраиваться, и мы сейчас с вами попробуем то, что принесут. Спасибо. Спасибо. Ой, так вкусно. Это мы вот такую булку пробовали где-то осенью. Или когда мы ходили в Эльпатио. Я думала, что это сезонное блюдо, его уберут. Вот, но его оставили. Он как-то изменился. Они стали класть прям целые кусочки сыра, которые не расплавленные. Видимо, ну, один плавится, а другой прям кусочками. И мешает, покажи его. Ну, это картофельные долики. Ну, как чипсы, но они мягкие. Травы. Внутри кусочки сыра плавают, и вот этот хлеб, который держит вот этот весь суп, он потихоньку тоже размокает и попадает вместе с супом. Можно его зачерпнуть вот так вот и съесть. Вот если вы соберетесь сюда, вот суп, это прям обязательно.
Вот, ребят, смотрите, как красиво, как это все выглядит. Спасибо. Так, вот, ребят, принесли нам, значит, наши роллы. Вы можете посмотреть, Ира сейчас будет для вас снимать, и я буду чуть-чуть крутить. Подача превосходная, выглядит замечательно. Вот, я все-таки надеюсь, то, что мне смогут принести мою Филадельфию. Я попросил хоть, ну, поменьше сыра, поменьше риса, просто чтобы принесли, чтобы мы с вами попробовали именно набор студенческий от Свечева. Вот, ребят, нам с Ириной также принесли сейчас пасту карбонара. Мы заказали дополнительный пармезан. Раньше он был бесплатно, да, и как он уже ранее сказал, он стоял здесь, его можно было посыпать дополнительно. Все-таки сказали, что принесут сейчас Филадельфию. И как только принесут, мы с вами попробуем набор студенческий. А вот так вот у нас выглядит вот пармезан. Смотрите. Очень вкусно, да. Вот, значит, сейчас Ира попробует пасту карбонара. Так вот посыпает дополнительно пармезаном. Филадельфия готов? По спецзаказу. Спасибо. Да, не смысл. Так вот она. Конечно, с рыбой, которая была в Ocean Basket, не сравнится. Ира говорит, что очень вкусно. Невероятно вкусно. Но все-таки надо добавлять именно дополнительный пармезан. Сейчас также перемешиваем. Это невероятно вкусно, ребят. Я однозначно вам рекомендую. Обязательно наливаем соевый соус. Оказывается, это бонита и лимонный фреш. Здесь готовят соевый соус самостоятельно. И сказали, что это нормально. Поэтому, ну, я надеюсь, что нормально. Давайте попробуем. Так, Филадельфия. Вот, но рыба, честно говоря, мне кажется, бледновато. Давайте наш тест, который мы делали еще в Ocean Basket на переморозку рыбы. Но все-таки рыба, вот вы помните, да, в Ocean Basket, какая есть здесь. Ну, что поделаешь. А по цене, кстати, одно и то же получается. Ну, давайте попробуем. Вкус остался тот самый, который был в 2012 году. Теперь Калифорнию попробуем. Замечательно. Вот эти вот роллы мы в основном сырые берем. Ире нравятся небольшие, такие компактные и в то же время очень вкусные. Так, сейчас у нас в бой идет угорь. В частности, могу отметить, вот соус унаги в сочетании с угрем. Если вы знаете, замороженный угорь, он идет уже с соусом унаги. Вот это прям очень отличное сочетание. Кунжут, огурец, сыр Филадельфия и сам угорь. Невероятно нежный вкус. Вот прям... Меня почему-то вот ролл с угрём сейчас радует больше даже, чем Филадельфия. Так, ребят, ну в целом, заведением мы остались очень довольны. По цене у нас вышло 4 с лишним тысячи рублей. И что стоит отметить, то что с семьей и с друзьями мы рекомендуем данное заведение. Можно посидеть, можно очень вкусно поесть. Ну, а сейчас мы пойдем покупать подарок Лафи Шпицу на день рождения. Так, ребят, вот мы пришли в Глобус, сейчас идем в Бетховен покупать Лафи Шпицу подарок на день рождения. Оказывается, 4 лапы, а был же Бетховен. Ну, нам же лучше, у нас и бонусы еще есть. Сейчас будем выбирать подарок. Также выберем подарок от Андреас. Смотри, уже есть такой крокодильчик. Ну, сейчас что-нибудь. Крис. Ой. Ну давай его возьмем. Так, давай дальше. Сейчас посмотрим, что здесь есть ассортимент на день рождения, что. Я ему хотел попугая взять, значит, попугая здесь не вижу. Вот это, конечно. Ежик. Ежик, да. Шампанское для собак. Ну давай возьмем шампанское на Новый год.
Ну, давай тапочку. Есть желтый тапочек. Акулу мы брали в прошлый раз, да. Вот она, классная тем, что вот эта штука открывается. Вот сюда вот. Сюда вкусняшку положил. Вот так вот ее сделал. И она, и он ее там пытается вытащить, эту вкусняшку. Давай вот это подарим за ожидание, то что, а это вот на день рождения. Вот, взяли. Дальше пишу. Подарочки. Взяли утку, шампанское. Ну, утку сегодня подарим за ожидание, потому что он ждет нас все-таки. А на день рождения купили вот тапочек, игрушку. Еще там... И на Новый год оленя. Ну это, да, олень, это уже от Андрея Андрес подарок. Вот, а мы, соответственно... Еще ему закажем из магазина, как он называется? Pet Shop. Вот, ну все, поехали на почту отправлять посылку победителю. Так, ребят, все, значит, мы сейчас отправим посылку. Ну, данные мы не светим. Вот, сейчас отправим ее, значит, нашему уважаемому товарищу, который выиграл. Зовут его Максим. Значит, Максиму сейчас посылка отправляется.